Начали выкопку. Корневая очень хорошая. У меня линейки нет с собой, но зажигалка вот. Зажигалка сантиметров 7. Ну, сантиметра 4 она. Вот выкапывается вот с таким корень. Корень, видите, хороший очень. Сейчас сажай. И... спокойно, она будет расти довольно нормально. Сейчас нам надо еще 4000 выкопать, сейчас только начали. Ну, то и хорошая, корневая, очень хорошая. Видно, да? Сейчас это гидрогель и посылку, и уходит. Ну, вот так ее гидрогель, потом земли еще чуть-чуть, корневую. Ну, как всегда, мы запаковываем все растения сейчас. Пакеты, пищевая пленка. Ну вот она сама около 4 сантиметров. Ну, это средние. Где-то есть меньше, где-то больше. Пучки там по 250 идут, но, естественно, там кладется больше. Сам корень, видите, можете видеть какой. Сейчас мы возьмем ее и посадим. Все, она посажена. Посажена, и получается у нас идет, ну, 4 сантиметра, как оно и есть. Обязательно полив, обязательно притянение, обязательно, чтобы ветер холодный на нее не дул, и тогда она пойдет. Единственное, надо более тщательно за ней ухаживать. А потом она даст результат очень хороший. Это Туя Колуна, колоновидная однолетка. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Спасибо.